Состояние экономики и перспективы ее развития сегодня обсудили на гайдаровских чтениях в классическом вузе. Так, заместитель министра экономического развития страны Алексей Ведев отметил, что этот год можно назвать годом адаптации к новым условиям в стране. Упор нужно делать на сельское хозяйство. Четвертый квартал 2016 года будет небольшой рост относительно предыдущего квартала, а с начала 2017 года мы выйдем на траекторию роста год к году. Какие наиболее перспективные картины сейчас складываются достаточно разнообразно? Прежде всего, можно выделить отрасли-лидеры. Это химия, это машиностроение, обработка. Без сомнения, лидер экономического роста – это сельское хозяйство, пищевая, лесопромышленный комплекс. Ну а какие еще темы обсудят сегодня на гайдаровских чтениях, смотрите далее.